Полиция вручила подозрение в коррупционном деянии поселковому голове в Раздельнянском районе. Следствие установило, что женщина согласилась помочь местному жителю получить 2 земельных участка под размещение временных сооружений торговли. За это она потребовала 1000 долларов благодарности. Пользуясь служебным положением, поселковый голова решила вопрос с выделением предпринимателю первых 30 метров земли под торговые площади, за что получила половину суммы. После этого женщина помогла оформить такой же по площади участок, но во время получения второго транша попалась на горячем. Коррупционера задержала полиция и вручила подозрение. Ей грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.